Приветствуем всех на просторах веломоды. Сегодняшнее наше видео посвящено наболевшему вопросу. Это подбор велообуви. То есть подбор велообуви в том случае, если у вас нет возможности ее померить вживую. Если вы покупаете, например, в интернете, то всегда возникает вопрос с правильностью выбора размера. И сегодня мы как раз про это и расскажем. Начнем мы с того, что велообувь отличается всегда, во-первых, своим типом. То есть бывает она шоссейная, МТБшная, а также туристическая. И производителем. У всех производителей имеются свои какие-то нюансы с размерами. То есть, если, например, мы видим очень наглядный пример. Три производителя, это Shimano, Northwave и Sidi. Мы видим вот такие вот цифры интересные. 46 размер в Shimano показывает стельку 29,2 см. Американский размер 11,2. В то время как тот же самый 46 размер, но уже в Sidi, гласит, что американский размер это 11,5, то есть они больше, соответственно, стелька у них также больше. В то же время мы видим Northwave, заметим, 45 размер, не 46, но в то же время американский размер здесь 12, то есть он больше, чем Sidi и больше, чем Shimano, причем значительно. Размер в сантиметрах здесь 29,5. То есть 45-й Northwave больше, чем 46-й Shimano. Это такие нюансы, именно зависящие от каждого конкретного производителя. Также мы можем увидеть сзади на коробке размерные сетки. Эти размерные сетки можно увидеть также в интернете. На них написаны ориентировочные размеры непосредственно производителя, а также градация в сантиметрах. Для того, чтобы правильно выбрать обувь, вам нужно для начала именно померить длину стельки в сантиметрах. Это будет самый эффективный ориентир, по которому вы сможете определить необходимый вам размер. То есть никогда не ориентируйтесь на то, что у вас какой-то размер там 42 или 45 там европейский. Если у вас там какие-то кроссовки Adidas, либо еще что-то в этом роде, лучше на это не ориентироваться. Ориентируйтесь именно на размер стельки. Теперь мы расскажем вам о нюансах. Нюансы велообуви разных типов. Велообувь бывает шоссейной, то есть мы видим вот такая вот гладкая подошва, и особенность — это немного зауженная колодка. В МТБшной обуви также наблюдается эффект зауженной колодки, поэтому на это нужно делать небольшую погрешность, потому как это вызывает определенные неудобства, если вы подбираете размер очень-очень впритык. А вот, например, в туфлях тех же Shimano, но уже туристических, колодка намного шире. То есть с той же длиной стельки вам будет намного комфортнее в туристической обуви, нежели в МТБшной, либо шоссейной. Поэтому также на этом можно делать небольшую погрешность. Следовательно, шоссейную и МТБшную обувь нужно брать где-то на пол размера больше, чем туристическую. А то и даже иногда на целый размер. Вот такие вот нюансы. Поэтому руководствуемся размерными сетками, длиной стельки и выбираем обувь и катаемся с удовольствием. С вами была Веломода. Заходим на наш сайт, выбираем, подбираем и радуемся жизни.